6 сентября 2022 года, вторник, поселок Потеряевка, Мамонтовского района Алтайского края. Это Симаковский пруд. Была лужа, только поили коров. А сегодня уже тут 2 с лишним метра почти глубина. Если Господь позволит, и весной вода тут не прорвет нигде, то будет около 3 метров. Это 2,5 это абсолютно точно. И вот сегодня решили установить крест восьмиконечный, православный. Где-то вот здесь вот мы его установим. Сейчас я покажу, где. Вот Володя с Николаем Георгиевичем Кузьминым. Он меня выпросил пилотку раздеть, от уши закрытые. Скоро отряд такой будет. Это высшее авиационное училище, раз нарвали тогда, и мне подарил. Все это дядя Боря, генерал, полковник Пинков Борис Евгеньевич. Вот сюда вот поставить хочу. Все. Снимайте все. Лопату сразу возьми, штыковой, Володя, сюда. Сейчас будем копать, все заснять надо. Я вас брошу пораньше, побегу скорее на этом, засниму. Наше поле снимает. Да. Мы всегда там молились. Вот в этом месте, Володя, копай. Здесь, да? Да, вертикально только. Я не потащил его. Ну и вы видишь, какой столб-то. Пошире маленько бери, чтобы... Сейчас. Сейчас я буду копать. Это раздевалочка у нас такая прекрасная. Знаешь, кто у меня быстро копал? Ну, шире-то не надо, это уже. Ну ладно. Кто у нас тут был такой, копал быстро? Не знаю. Да Пахмутов. Володя быстрее всех копает. Дай я маленько войду в пай, на. Земля мордоватая. Дай-ка. А то неудобно как-то я все отстаю. А вы пока вытаскивайте инструмент весь, все. Пойдет надо вертикально, чтобы... Не натащил я ее. Подумал, что она хорошая. Даже мягче будет. Метра глубоко надо закопать, хорошо осмолить, вниз осмолить, потому что тут будут проходить коровы, чесаться. Кому-то придет мысль убрать его отсюда, но это не надо, Господь охранять будет. Отсюда смотреть вот на эту раздевалку, это восток, чтобы оттуда он вот так смотрелся, вот. Прибита, которая с той стороны, чтобы было смотреть. Ну и маленько это тоже загрузить, вот столько вот примерно, сколько будет хотя бы все. И хорошо прибить, там я взял длинные, ну как шурупы, и большие гвозди, придется кое-где хотя бы один гвоздь большой, и другие поменьше. И насколько уровень хватит прибивать к столбу, настолько прибить. Ну, здесь около метра. Все, я побежал, еще не успею.
все остальное здесь есть. Ты пока пройди по всем этим, пока он сейчас копает спокойно, и дай полное интервью пройди. Как, что тебе покажется слабо, до туда обойди. А камеру? А камеру-то? А? Камеру-то надо отдать вам? Ну да. О, у тебя ты не взял свою? Взял. Взял? Ну, так я тебя возьму и все. А ты это отдельно сделай. А где она? Там. Что, нету, что ли? А, значит, я дома оставил. Я только хотел взять, видимо. Нет, не взял. Ну ладно, копайте. Ладно, все, я выключаю это. Тогда я-то поеду. Володя, а что у меня вот тут такая? Вот посмотри картины туда. Что это, разрядилось или еще? Вот, видишь. Ну, пальцем-то не трогать, это ж ее нельзя трогать-то. Так. Вот и все. А что она почему показала? Ну, потому что вы задели. О, угу. Ну, глубже-то и надо. Вот на уровне, куда рука зашла, столько погрузить. Дальше не надо. Все. Сейчас засыпать надо его. И как-то это уровня дойдет, тогда крест присоединять и прибивать. Так, он у вас неровно стоит. Возьми топор, вруби и топором приподнимешь. Так, подожди, он сейчас у вас наклоненный сильно. Да еще не все еще. Ну еще не все. А я наоборот на этот сучок надеялся, его не выдернуть было с ним. А что рубить будет, я об этом даже... А он мешается, он на уровне земли получился. То есть он не дает, да? Да. Ну давайте. Вот там Степа пасет. Видите, как хорошо. Коров-то теперь меньше стало, но все равно гурт. А в кустах здесь колодец, который мы воду брали из лагеря. А дальше туда вот это лагерь, стан. Я его директор был 45 лет. Без помощи государства. Что это в то время было? Какое преследование было? И мы все равно... Приезжали люди, Украина, другие места, были из Канады. За что устав такой? Лопатой подцепи туда. Я сейчас подожди. Как он дает? Расщепу эту. Ну все, попогнал. Я проехал с Терентьем только что круг один и вернулся. Не, все, по-другому не установишь. Ну, что там, все. Вот вертикально. Ну там с этой стороны маленько наклонено было, а туда так она, чтобы ставил крест ровно, а стоп-то не так важно. Все, засыпайте. Ну прямо стоит? Ну нормально стоит он. Скидайте туда, долбите. Крест как он стоит? Он встанет? Он не встанет. Он сюда не подведет. Он не подведется. Видишь, вот какую точность хотят. Вот так. Все.
Прибивать будете с этой стороны? Да, с этой. Хорошо, давайте, вот не быстрее закапывайте. Закапывай, да. Все нормально, не надо взад вперед дергать. Это на компот не заработаешь. При советской власти СНИП было. Одинаково было. 100% больше. А он с наклоном стоит? Ну маленько туда наклони его. Наклони. На меня еще. Так его больше не держать, он уже стоит. Подкидывать надо сейчас. Все. Так, Володя, вот туда маленько его, туда. А? Туда, чтобы когда прибьете, чтобы это было ровно. Все. Все. Долби. Все, и вот на этот уровень еще маленько подкинь. Чтобы на сантиметров 10 только зашло туда и все. На солнце показываю. Так, ну ставьте крест. И сразу будете трамбовать. Берите. Помогайте ему. Ну заходи сюда, Николай. Ну заходи быстренько сюда. Что тут смотреть на него? Толкай здесь рядом. Все, и поднимай. Видишь, как хорошо получилось. Все. Все, пойдет? Пойдет. Сейчас я посмотрю. Наклоненный сильно. Да. Туда надо наклонить. Вот так. Во. Вот. Вот так вот надо будет делать. Маленько-то наклонен, а тут ничего не сделаешь. Как столб стоит, я по столбу смотрю. Все. По середке там шурупы там есть такие длинные, взяли мы. О! Сейчас я покажу оттуда, что-то мне надпись сделал. А там не видать. Солнце не дает. Иисус Назарей, царь иудейский написано. Там щель пошла на. С разных позиций два больших шурупа. А вот здесь можно забить большой гвоздь. Один. Вот здесь, пониже. Вот так. Нет, Володя, вот в этом месте, вот дело, где вот это. Вот туда гвоздь забить надо. Все. Ну а теперь что, кидать туда? Пару, держись с той стороны. Если что, пассатижи возьми. Идет. Уже высунулся.
выправил маленько, а то он криво пошел. Не хочет, уже. Снизу там бейте. Вот, сейчас пассатижами зажми его. Он пойдет. А, еще сюда, да? Угу. Все. Бей. Все, пассатижи сейчас убирай, чтобы их не разбить. Нет, у вас загнулся кверху, к низу ударь сначала его. Он сгибается туда. Гвоздь к низу ударь по шляпке. Он неровно идет. Вот так вот, бей, вот теперь бей. Он сгибается. Сюда его. Да бей, бей, бей его, даже загнуть можно. Стойте, стойте. Володя, бей его, чтобы загнулся. Да. Погоди, дай я попробую. Да нет, молотком не справишь. Все. Молотком не справишь. Вверху несколько шурупом и как угодно. Нет, нет, он не пойдет. Поперек только загибай. Не, не, все, все. Хорош. Все, вот здесь вот подцепи. Вот самым верху шурупом. Но вот он, так наверное, вот. Не потянет у меня. Ну потом, давайте засыпать скорее. Все, подгребайте это. Не, надо присверлить. Ух ты! Еще, еще, да, еще. Гвоздь было забито все. Саморезать не нужно. Все. Все. Трамбуйте. Здесь. Палку возьмите, Николай. Долбите его туда-то, иначе это каша будет только. Со всей силой прям лечи, чтобы она плотно была. Как хорошо в деревне. Все, что тебе надо, можно сделать. Вот он копотит. Я сейчас только на нем проехал. Пошли сейчас арбузы свои на столе. Морковка. Мы 10 яблок каждый раз трем. Ну, небольшие яблоки-то. Речка и огурец.
можно теперь посмолить повыше. Повыше посмолить ее. Бейте дальше. Сильнее, сильнее забивайте. Вот она. Столб можно до самого верху осмолить. О. Владыко, Иисусное воскресение Твое славно. Обмазка сделать побольше с той стороны, чтобы не прислонялись даже. И эту покрасить попутно до уровня его, до самого верху. Во. Там я ближе. И сверху его там пошлепай, чтобы. Она с водой у нас. Водой. А, сверху. Водой. Вот вода в нем. Сверху. Вот так. Чем больше ты намажешь, тем больше надежды, что человек не будет пытаться его трогать. Вода какая. Не закрытый был, видно. Да, да. Ну все, ладно, это надо. Все, да? А это помашка этот. Это вот надо отработку настоящую. Он хорошо, хорошо. Да, да. Тоже ну, доверху, не будет никто трогать. Еще, еще. Будки, будки, не жалей. А то такие вот. Мудрецы начинают прижимать к себе, а так он не будет трогать. И вот сколько мы тут плели, садили деревья, приросли. Вон там крыло какое большое. Правое крыло. А здесь левое крыло. Это все, вода будет доходить до низа. Все? Все. С Богом. Как раз ужинать. Пошли. Сейчас мы помолимся. Кресту твоему поблагодарим. Установили крест. Кресту твоему поклоняемся, Христе. И воскресение твое славим. Аллилуйя. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись овны, и очищены от всякие скверны, спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему.
Слава Иисусу Христу. Да будет это место благословенно для всех, кто будет приходить сюда. Благослови, Господи, братьев наших приезжающих и отдыхающих здесь. И пощи добрую рыбу здесь, как апостолам Твоим святым. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Аллилуйя. Во славу Божию.